It's a lynch game. Дорогие друзья, подписчики нашего канала, который ведет Юля Руфлорида, и также не подписчики, у нас много не подписчиков, но смотрит наш канал, мы все равно очень благодарны, спасибо, понимаем, что наш труд не пропадает зря. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор во Флориде и канал Руфлорида. Друзья, сегодня у меня такое радостное, много радостных чувств, потому что я хотела вам показать и рассказать об объекте, который купили наши подписчики из Бостона. Это молодая семья. Я настолько ими горжусь. Я всегда очень рада, когда молодые семьи покупают свой первый дом, и как они к этому шли, какими трудами, какими препятствиями. Эта семья переехала не так давно в США, эмигрировали из Белоруссии. И я просто понимаю, насколько это сложно купить дом в чужой стране, куда ты буквально не так давно эмигрировал. Вот. Я очень-очень за вас рада, ребята. Спасибо большое, Артём и Вика. Спасибо за то, что вы нам доверились, и я очень рада, что мы нашли именно такой объект, который вы изначально искали. Давайте я быстро расскажу по нашим критериям, поискам и где находится этот объект. Ребята изначально обратились ко мне с бюджетом до 400 тысяч долларов. Им нужен был город Авида. По той причине, что у них здесь живут друзья, знакомые, и они хотели именно школы Авида. Это отличные школы, высокого рейтинга, и семья хотела, чтобы их дети ходили в те же самые школы, куда ходят дети их друзей. Вот. И по бюджету 400 тысяч это было достаточно сложно, потому что здесь выходят таунхаусы от 425 тысяч, даже 2007 года постройки. Да, этот комьюнити 2017, это очень такое новенькое комьюнити, за воротами, то есть загороженное, такое приватное комьюнити 2017 года. По цифрам я потом расскажу, как мы торговались и как вышли на такую цену. Но мне очень понравилось изначально работать с этой семьей, потому что они уже, в принципе, когда обратились ко мне, они уже представляли, какой продукт, за какую цену и в каком качестве, и в расположении локации они могут купить. Они были достаточно подготовлены. Они просмотрели Зило, они просматривали фотографии, они просматривали год строения, нужно ли делать ремонт или нет. В общем, их такой критерий, важный критерий, конечно, были школы Авида. Может быть, не самой новой постройки, но это вообще классно, что мы нашли, но так, чтобы не надо было делать ремонт, чтобы можно уже просто заехать. Значит, если это более старые постройки, значит, там уже должен быть сделан какой-то хороший ремонт. Угу. В общем, мы просматривали базу, искали, и вот вышел вот этот таунхаус, и как раз ребята спланировали свою поездку в Орландо. Они прилетели в Орландо, и мы смотрели как бы несколько объектов, мы смотрели весь день, даже смотрели городок Авалон Парк, где тоже отличные школы, и это минут 20 езды от Авида. Вот. У нас было три финалиста, даже, может быть, два финалиста, ну, пускай хорошо, три финалиста. То есть они очень, как бы, когда мы все просмотрели, у них был выбор выбрать один, второй или третий. Вот. Первый в Авалон Парке, все-таки это было, все же они хотели, чтобы дети ходили в школы с друзьями и жить поближе к друзьям. Окей,
Там был очень хороший вариант за 410 тысяч, я знаю, что мы могли бы поторговать, и не выходя из нашего бюджета. Второй вариант был просто шикарный, отремонтированный, там, ну просто вообще невероятно красивый таунхаус с дизайнерской планировкой, стены, интерьер. Вот это было очень-очень красиво. Они действительно очень долго решали между этим и тем, но школы победили, потому что тот таунхаус, хотя он находится в Авида, но уже в той стороне, которая не относится к этим школам. Школы рейтинга ниже, middle school, по крайней мере. Middle school ниже рейтинга, а им очень нужна вот эта средняя школа, middle school. В общем, победителем стал вот именно этот таунхаус. Я сейчас быстро расскажу по цифрам. И, кстати, друзья, на десерт у нас сегодня интервью с инспектором. Мы зададим ему много вопросов, и инспектор как раз проводил инспекцию этого таунхауса. Оставайтесь с нами до конца. Это очень интересно послушать, как происходит инспекция, какие находки они находят, даже не в новых домах, а более старые. Это очень-очень-очень будет интересное интервью. Оставайтесь с нами до конца. Сейчас я пройду по цифрам. Таунхаус мы купили за 394 тысячи, и я еще выторговала 12 тысяч, как я в шутку говорю, сдачу от продавца. То есть наличкой он нам вернул 12 тысяч, что нам помогло очень сильно в нашем closing cost, в наличке, которую покупатель должен принести в день закрытия. Да. То есть 394 минус 12. Таунхаус 2017 года постройки, это очень новый. Достаточно, то есть совершенно, ну, не старый, вот, и уже так по-современному внутри, как бы уже по-современному планировка сделана таунхауса. Три спальни, два с половиной санузла, он достаточно большой, 1872 сквер-фута, в переводе на метраж 174 квадратных метра. И ассоциации 232 доллара в месяц. В ассоциацию, естественно, входит экстерьер, то есть внешние стены, крыша и ландскейпинг, да, то есть газоны, то есть уход за улицей, это за внешней стороной таунхауса, это все лежит на ответственности ассоциации. 232 доллара в месяц. Я что-то упустила? А здесь есть ли участок, lot size? Здесь есть, да, но он небольшой, естественно, для таунхаусов они небольшие, 0,04 акра. Но мы посмотрим, очень хороший участок. Кстати, они очень хотели, чтобы была приватность. Да. И вот как раз в этом таунхаусе, мне кажется, мы нашли все, что хотела эта семья. Дом так. Блочный, да? Да, как обычно, первый этаж блок. Кстати, им тоже нужен был гараж обязательно. На одну здесь машину, гараж здесь. На одну машину. Первый этаж блок, второй этаж деревянный каркас. Это по кодам Флориды строится. Таким образом. А ворота гейтовые? В комьюнити? Комьюнити гейтовые. Да, да, я уже сказала в начале. Комьюнити находится вот буквально там ворота. Да, гейтовые. Хорошо. Вот гараж на одну машину, подъездная зона. Все, сейчас покажу. Брусчатка. О, брусчатка, хорошо. Такое небольшое комьюнити. Проходим. Та-дам! Ух ты, сразу лестница наверх. Да, сразу лестница. Мне нравится, что мы входим в коридор. Да. Очень много, я вижу, построек, таунхаусов. Ты входишь прямо уже сразу двери и вот как бы гостиная, да? Здесь коридор, здесь можно поставить консоль, куда можно ключи там или обувь поставить. Здесь у нас находится гараж. А на одну машину, посмотреть? Наверное, да, конечно. Ой, что-то выключила. Давай, наоборот. Вот на одну машину гараж. О, сколько здесь всего можно сделать, по идее, да? Не только. Да, здесь даже, видишь, есть еще такой уголок, можно, не знаю, какие-то новогодние декорации хранить. Так, даже... Здесь, кстати, я очень... Я не знаю... Смотри. Я, по-моему, не помню, если когда-то видела, что в гараже стоял... Вентилятор. Да, потолочный вентилятор, то есть...
Вот здесь плюсик. Он есть. Угу. Это здорово. Да. Окей. Такой маленькая такая добавочка. Здесь у нас находится гостевой санузел. Половинка, да? Санузла. Так. О, кстати, большая половинка. Посмотрите, здесь еще может тумбочка какая-то влезть. Да. Так, проходим. Проходим. Такое открытое помещение. Им очень понравилось, угу. Что планировка именно открытая. Красивая белая кухня, высокие кухонные шкафы. Посмотри, какие они высокие. Им понравилось, что шкафы белого цвета. Это очень по-современному. Да, кстати, сохранились хорошо. Ну, в целом, это же немного лет. Он очень-очень в хорошем состоянии. Мы попозже пройдем, когда я вас познакомлю с инспектором, он расскажет, как прошла инспекция. Он расскажет, если он что-то здесь выявил, да, если какие-то проблемы были, это будет очень интересно. Да. Оставайтесь с нами. Смотри, красивая гранитная поверхность черная. Да. Мне очень нравится сочетание белый-черный цвет. Да, да. Хороший такой островок, кстати. Большой. Маленький. Да, он не маленький, конечно. Так, все. А бытовая техника у нас оказалась в отличном состоянии. Мне кажется, этот дом немного пользовали, потому что я даже, когда мы проходили по нему, посмотри, какие вот просто чистые, как будто здесь ложка не лежала. Вот, да. Посмотри, все вот как либо будто не тронутое. Либо просто люди аккуратные. Может знаешь, быть, кто-то жил такое. Здесь очень аккуратно, смотри, все прям вот... Чистенько, я вот заметила, я обратила внимание вообще по дому. Просто даже смотрю на плинтусы, что здесь и плинтусы тоже чистые. Да, в общем, здесь можно поставить стол. Да. Дайнинг такая area. Да, обеденный, хороший. Обеденный стол, его можно даже вот так поставить. Можно вот так поставить, очень много места. Вариантов. Здесь уже, да, здесь уже, как хозяин захочет. Либо смотри, что я хочу сказать, либо здесь вот, видишь, телевизионный кабель, да, может быть, возможно, здесь да, можно да. поставить телевизор. Возможно, да? Ну, здесь уже можно, да, здесь уже от вашего от воображения, желания. Да, как будет воображение, потому что помещение, оно большое, можно подумать, где поставить столовую, где сделать гостиную. Ну да, на той стене ты права, там проводка для телевизора. И тогда вот здесь вот дайнинг. Да, здесь тогда будет дайнинг. Ну, что тоже хорошо. Смотрите, отличное помещение, есть... кладовочка, причем это не шкаф, а это именно walk-in, да, то есть хорошего размера. Ух ты. Кладовочка, они нам даже краску дополнительную оставили, да. Если что-то нужно подкрасить. Но он свежий, то есть они, хозяин красил, освежил там хаус до того, как выставил на продажу. Очень мне нравится вот это вот помещение тут много, достаточно что тоже, как сторож для хранения. На улицу мы выйдем попозже. Попозже. Да. Давай пройдем наверх. На второй этаж. О, перила красивые такие. Да, смотри, кстати, симпатичные и не просто покрашенное дерево. Да? То есть, кстати, на полу плитка. А здесь на втором этаже? Здесь ковер, он тоже в хорошем состоянии. Может быть, семья со временем поменяет на другой пол, на дерево, на винил. Вот. Ну, ковер был почищен профессионально перед продажей. Ну, значит, да, здесь можно у нас оставить. Кондиционер находится. Ну-ка. Вот. Так. Это у нас хозяйская, да? Да, хозяйская спальня. Большая, да. Да. Смотри, какая она большая. Угу. Очень непривычно, да, для таунхауса. Для таунхауса обычно, да, чаще всего меньше. Очень большая такая гардеробная тоже. Да. Но здесь, конечно, нужно будет сделать красивую встроенную гардеробную. Да. Что пока отсутствует. Согласна. И хозяйский санузел. Так. Здесь у нас кварц. Да, кварцевая поверхность, шкафы уже коричневого цвета, но это тоже очень хорошие, да? Тоже новые. Кстати, это дерево? Да, это дерево, это, я так думаю, что это maple wood, то есть хорошего качества шкафы, просто ну, не белого цвета, коричневого. И там трон. А, да? Действительно, про трон забыли. Так, и здесь душевая, у них душевая, то есть не ванная. Да, а ванной здесь мастер нет. Да. А, вот, и, можно отсюда зайти в гардеробную, правильно?
Здесь это просто а, для платьечков. Гардеробную мы уже показали. Ага. Я думала, гардеробная насквозь. А, нет, она отдельно. Ну, ладно, вот гардеробная вот здесь у нас находится. Здесь у нас такая небольшая бонусная комната. На самом деле можно поставить стол для ребенка, для школьных там, занятий. Да? Ну, не знаю. Интересный уголочек. Она небольшая, но она есть. Да, можно что-то придумать. И здесь две... Одинаково, похоже по размеру спальни. Так, заходим в одну. Вот спаленка детская. Здесь небольшой. Да, стандартная шкаф. Уже такая гардеробная, угу. Да. Да, вообще стандартный размер. И вторая спальня такого же размера, да. Идентичная. Да, и вот тоже гардеробная. Так, а что у нас тут за окном? А мы вам позже покажем. Спустимся вниз. И ванная. Так, здесь у нас уже ванная. Для этих двух, да, здесь уже ванная. Как для детей, да? Для этих двух спален. Угу. Так, здесь тоже кварц. Тоже кварц, да. Ну вот идентично. Это с самого начала, думаешь, было, да? Это не меняли ничего. Вот как было, да? Непонятно. Я не знаю. Но я думаю, да, что так и да. было. Да, здесь у нас должны быть сушильные и стиральные машинки, но чаще всего да? они не идут в продажу. Угу. Я это вижу 50 на 50. То есть бывает, что в домах они уже идут в продажу. Бывают они в таком состоянии, что лучше бы их не было. Да, здесь ну, их не было. Не надо. Вот Smart System. Умный контроль кондиционера, да, то есть можно с телефона выставлять. Удобно. Вот, ну вот. А, идем вниз. Да, теперь покажем. Мы проходим во дворик. Да. И там можно очень-очень уютненько сделать, я считаю. Я там прям залипла и уже сама думала, вот ты, как ты бы я сама, сделала. Сама да. представила, что да. можно сделать, да. Проходим. Симпатично. Открою дверь. Сейчас, секунду. Дверь, посмотри, как широко О, открывается. Вот это мне тоже вот нравится. Это очень да, нравится. Да, да. Это очень-очень классный очень бонус. Очень удобно. Видишь, можно... Угу. У нас действительно есть очень приятные вечера зимой, например. Да. Вот можно сидеть с открытой верандой. Да, вот. Им понравилось, да, что здесь так зелено и так здесь, уютненько. Да, здесь приватность да. получается, вот видишь, соседей, забор. Да. И от соседей приватность. Они да. сделают очень-очень красиво здесь. Здесь что-то с травкой не очень сейчас. Вот, то есть они хотят увеличить вот эту зону, да, вот эту зону поставить барбекю, креслица. О. То есть очень такой приятный задний дворик. И вот тут козырек есть, мне нравится, да? Да, вот если да. что-то дождик, вот и тут да. можешь сесть. Классно, мне нравится, да. И нравится вот это открытое пространство большое. Что, да, в том-то и дело. Что оно, знаешь, как бывает в таунхаусах, часто оно очень длинное, как пенал идет, а здесь вот оно такое более квадратное. Такое, да, вот это мне нравится. И нравится, что вот... В целом здесь большие двери на выход. Друзья, вот подъехал сейчас как раз-таки инспектор. Подождите. Да. Мы сейчас к вам вернемся. Я поздороваюсь, и инспектор нам уже расскажет, как он провел инспекцию этого дома. И, в принципе, мы позадаем общие вопросы об инспекции. Да, привет. Да, привет. Привет, привет. Привет всем. Рад Друзья, это Евгений, он лицензированный инспектор, хоум-инспектор во Флориде. Если кому-то нужна будет инспекция вашего дома, пожалуйста, обращайтесь. Евгений молодец, он очень... Я наблюдаю за его работой, он уже провел не одну инспекцию в моем присутствии, очень все досконально просматривает. У Евгения там какие-то суперкрутые tools, да, оборудование, конечно. Инфракрасные там просвечивания стен, случай протечек, то есть Евгений, да, спасибо большое, как раз делал инспекцию этого таунхауса. Я хотела спросить у тебя, чтобы ты рассказал, что ты смотрел, что входило в твою инспекцию, что ты нашел. Плюсы, минусы. Я понял. Спасибо большое, что пригласили.
Значит, касательно этого чудесного таунхауса, так как он был построен не так давно, 2017 года, вот, он находится в отличном состоянии. В общем, к нему никаких особо вопросов больших в плане фундамента, в плане крыши, по проводке, по электричеству вообще нет вопросов. Все appliances работают. Холодильник, дишвошер, абсолютно нет никаких протечек, ликиджей. Внизу также само все краны. Единственный нюанс, который я обнаружил, можем пройти посмотреть, это снаружи outside AC unit, кондиционер, который со временем при работе создает, появился такой легенький звук из-за того, что просел вот этот бетонный пьедестал. Вот, и можете посмотреть, что он находится не в левеле. Вот. Немножко наклонен, да? Да, немножко наклонен, потому что вот можно посмотреть, что этот таунхоум, к сожалению, не имеет весь билдинг системы слива воды. Гаттерсов. Из-за этого вода в основном при больших объемах, да, вот когда идет дождь, в нашей эре тропической идет большие объемные осадки, и вода, соответственно, и падает сюда, и поэтому, да, и поэтому просаживается. Земля у нас во Флориде очень мягкая, и просаживается, но это не big deal вообще для того, чтобы его поставить в левел, потому что со временем, когда кондиционер работает не в левеле, здесь стоит мотор, фен, который крутится, и со временем он будет создавать звук, работы подшипника так же само, будет идти другая нагрузка, и он выйдет со строя, надо будет менять вот этот мотор. Все, это в будущем когда-то возможно будет. Ну, вот. Но для того, чтобы этого избежать, да, лучше его поставить в левел, вот этот бетонный пьедестал, и все остальное, как вы видите, на фондейшене нет никаких ни трещин. Да, кстати, вот 17-го года 17-го дом, года и трещин дом, нет и вообще. Это да, один из плюсов, потому что осадка-то она уже, таунхомов, по идее, должна она, произойти. Потому что первая осадка проявляется после new construction дома в первые 2-3 года. Называется такой фондейшен шинкич. Но в чем плюс таунхомов, почему мне нравится, даже я живу также в таунхоме, потому что таунхом — это один целый билдинг. И один целый билдинг, он имеет большую площадь, и он очень хорошо стоит устойчиво на земле. Когда отдельно стоящий single family house, у него больше вероятности, что из-за того, что мягкая где-то почва, грунтовые воды, он может где-то просесть. Здесь в этом плане, да, очень, скажем, надежно и хорошо построено. И новый owner, абсолютно ему нечего переживать. Ой, друзья, мы зайдем внутрь. Кстати, кому интересно, у нас сегодня 38 градусов. Да, очень тепло, поэтому, да, кондиционеры во Флориде необходимы. По поводу вот этого кондиционера, Евгений все это обсудил с... Давай, может, пройдем. С хозяином, с owner'ом. Да, с хозяином все это обсудил. Покупатель, он сам работает с AC, в AC-компании там у себя на севере. То есть он сказал, что это вообще проблем не будет. Опять-таки мы уже выторговали 12 тысяч сдачи. То есть у нас, ну, да, есть эта наличка, да, за которую можно было устранить такую небольшую проблему. Вот. А так таунхаус в отличном состоянии. Абсолютно. Евгений проверил крышу, естественно, ну, на всякий случай это все проверяется, это входит. 100%, да, надо проверять. А сколько это, извините, сколько стоят эти услуги, кто их платит, вот интересно для зрителей? Эти услуги платит продавец, он нанимает, потому что каждый инспектор — это independent contractor, да, то есть это третья сторона, которую нанимает покупатель. Вот, я сказал продавец, извините. Хотел тебе поправить, это нанимает покупатель, нет, но может, кстати, и продавец для того, чтобы подготовить дом к предпродаже. Многие продавцы для того, чтобы упразднить и упрощить себе какие-то вопросы в будущем, они так же самое нанимают хом-инспектора для того, чтобы подготовить, и инспектор посмотрел все нюансы.
и уже оунер может устранить и подготовить дом к продаже, и уже инспектор покупателя, когда придет делать полностью general inspection, у него не возникнет абсолютно никаких основных major issues. То есть какие-то мелкие нюансы, там какие-то seasonal cracks в углу дома, ну это нюансы. Кстати, это очень хороший пунктик ты сделал, потому что вот, например, у меня листинг, я наоборот представляю продавца, мы зашли под контракт, но продавец там никогда не жил, он очень много деталей не знает, он живет в Калифорнии, это мы чуть-чуть вот от темы вот в другую тему уже, да, и я попросила Евгения сделать инспекцию. Там, конечно, в таких случаях платит продавец, то есть заказчик, и мне это было очень важно, дом 2014 года, мне было важно, чтобы я ожидала, вот у нас завтра будет инспекция от покупателя, я уже хотела понять, что нам ожидать, потому что покупатели, они опять-таки торгуются, если какой-то большая такая проблема, большая, да, они будут скидывать цену по результатам инспекции или просить нас починить. Вот опять-таки, как листинг-агент, как агент продавца, Евгений сделал уже, просмотрел дом как хоум-инспектор, да, и указал мне на все ситуации. Там, конечно, больше проблемных зон мы обнаружили, опять-таки с кондиционером, но там уже была намного большая такая вот, да, такой вопрос. Мы, кстати, решили. Вызвали тоже кондиционерщика, специалиста по кондиционеру, он уже устранил вот ту проблему. Был leakage, и фреон просто ушел. То есть мы уже заранее, до того, как нам скажет покупатель, что так, ребята, я хочу $5000, потому что там у вас что-то, мы уже это все устранили. Да. Вот, так что да, конечно, огромное поэтому спасибо. На опережение это гораздо лучше, и тебе, как риэлтору, и хорошо и ты знаешь, какой дом в каком состоянии, и ты абсолютно спокойно, да. Ты знаешь, что ожидать, да, и для того, чтобы не было больших торгов, потому что ты представляешь клиента своего, и, соответственно, все интересы для того, чтобы клиент максимально получил ту сумму, которую он хочет с продажи дома. Поэтому, ребята, не экономьте на инспекшенсе. На и home inspection по цене, вернемся в вопрос, да, к Юле, значит, средняя цена $450-500 стоит за стандартный single family house, 3 bedroom, 2,5 bathroom, up to до 2000 square feet. Если дом больше 2000 square feet, соответственно, там будет $500, 550, примерно цена в зависимости. А если апартаменты? Если апартаменты, это будет дешевле, это будет где-то $350 за апартаменты, чтобы сделать инспекшн, потому что там в основном делается внутри, то там тоже общий идет билдинг, общая идет руф, крыша, вот там больше делается акцент и фокусировка внутри на элементы электрики, на appliances. Вот. Опять-таки протечки, опять-таки, потому что апартаменты могут ликичи, сверху. Совершенно верно. Потолок ликичи проверяем с сверху инфраред-камерой, потому что это, как правило, вопрос. И очень важный вопрос в апартментах – это делать maintenance регулярно, чистить dryer exhaust. Это систему вытяжки, вытяжки. Система вытяжки пересушки, когда сушильная машина стираем белье, потому что очень часто пожары, к сожалению, в апартментах, потому что апартменты сдаются постоянно, мало оунеров, которые держат и имеют, покупают апартменты, и которые делают классный мейтенанс каждые 2 года. Вот. А, и поэтому... по времени сколько здесь заняло? Средняя инспекция, значит, занимает на вот такой дом, это дом 1870 square feet, где-то 2-2,5 часа. Занимает инспекция для того, чтобы просмотреть. Может занять и больше, если есть какие-то вопросы, и 3 часа может занять, то есть для того, чтобы посмотреть и выяснить уже этот вопрос, и примерно уже дать новому хозяину estimate, сколько это будет примерно стоить устранить тот или иной вопрос. Мне вот в чем мне нравится работа с Женей, потому что он даже во многих
находках, которые он находит, и их нужно устранять, он может даже, во-первых, у него есть контакты, кто это может сделать, и, во-вторых, он уже может буквально там во многих вопросах уже даже сделать какой-то estimate, сколько это будет стоить. Mm-hmm. Вот, не все инспекторы это говорят, они сразу говорят, обращайтесь к специалистам mm-hmm. и так далее. Да, ну, да, да, и специалист вам уже даст цену. То есть... Специалисты тоже есть разные компании, какие, конечно, да. Вот мы столкнулись с HVAC и столкнулись mm-hmm. с вопросами с окнами. Кто-то говорит, нужно все менять, новый кондиционер, а кто-то говорит, ребята, можно починить, все можно сделать. Все в зависимости от компании uh-huh. и от техничена, гай, который тоже должен быть опытный, профессионал, который может найти самое максимальное решение, которое подходит именно в нашем кейсе. Женя, вот скажи, я всегда говорю своим покупателям, пожалуйста, не экономьте на инспекции, не экономьте. Я понимаю, если это new construction, да, и то многие делают инспекцию. Да. А если это уже не новая construction, обязательно нужно, и чем старше дом, чем старше объект, это просто must be, вот эта инспекция, это обязательно нужно, да. Потому что вы, если вы от абсолютно. Нее отказываетесь, у меня были случаи, когда покупатель отказывался, mm-hmm. говорит, ой, зачем, я там все посмотрел, все хорошо, чисто, uh-huh. там потом вылезают, там, это понимаете. Особенно, когда свежий дом, вот как это, 2017 года, люди думают, ну, 18-20 год. Да, и стен вылезают очень много неприятных таких сюрпризов, моментов, да. То есть, опять-таки, у инспекторов специальное оборудование, которое просвечивает mm-hmm. стены. А вот, например, Женя, мы сейчас говорим об general inspection, такой да. прям general inspection, ну, обычный, полностью да. стандартного дома. Есть еще несколько видов инспекции, я хотела у конечно. Тебя спросить, да. и в основном это на дома старшей постройки. Да. Насколько я знаю, общаясь со страховыми компаниями, если дом был построен до 2004 года, то страховые компании требуют four еще point дополнительный inspection. Инспект. Совершенно да, верно, вот да. Расскажи то есть 20 лет, вот абсолютно отличный вопрос Надюша подняла. 20 лет, значит, это такое требование, requirement, что нужно делать four-point inspection для того, чтобы инспектор выявил основные четыре поинта, это четыре темы, это значит крыша, в каком состоянии компания insurance agent хочет знать за 20 лет, если там была замена крыши в течение 20 лет, опять-таки должно быть какой-то public record. Public record в нашем случае это берется permit у county на замену крыши, допустим. Если это есть, отлично, это галочка плюс, это сразу понижает стоимость вашего... Это очень важные инспекции, да. Евгений их предоставляет. Да. Вот. Тоже дальше... Дополнительно, кстати, давай скажем, что это дополнительно. Это стоит, это отдельная инспекция. Да, это отдельная инспекция. Да, это отдельная инспекция, она, средняя цена у нее 150 до 200 долларов, в зависимости от инспектора. Занимает она примерно час-полтора по времени. Вот, значит, также я хотел вернуться, это крыша, мы делаем полностью осмотр HVAC-системы, системы кондиционирования, это электрика, нужно обратить внимание на электрику, на проводку, на щиток основной приборов, где все стоят брекеты. Вот. И пламинг, то есть это в каком состоянии трубы, это PVC-пластиковые трубы, либо это капор. Медная идет подводка труб, то есть это очень важный вопрос. Вот эти четыре пункта интересуют очень иншуранс-агента. Вот мы по окончанию этого inspections делаем репорт, он, конечно, не такой объемный, как в general inspections. Вот. Там конкретно все разбито по вот этим четырем поинтам с фотографиями, если есть какие-то нюансы, мы так же самое делаем отметки красной галочкой, что это нужно, мы советуем устранить. Опять-таки, owner устраняет, я прихожу опять, делаю реинспекцию, после устранения это стоит дешевле гораздо, делаю репорт новый, отправляет owner, это insurance агенту, и агент уже дает ему прекрасную скидку на его дом. Скидка может даже доходить, если в среднем там 3000, у меня был клиент, 3000 долларов в год была у него
страховка. Да. И потом, после Four Point Inspections, да, у него был дом 2004 года как раз, и автоматически ему сделали скидку на половину, $1500. То есть он сэкономил на, после прохождения и инспекции. Но, да, и вот агенты, они, как правило, требуют такую инспекцию, если дому уже больше 20 лет, требуют каждый год. Вот. Какие-то компании раз в два года, но основная это Citizens, большая компания здесь во Флориде, ну или не только, которая, у нее вот такие требования. Вот. Ну, также компании требуют, это ты сейчас рассказал про Four Point, также требуют wind mitigation. Wind mitigation, совершенно верно. И чаще всего это не зависит от того, там, если дом старше, чем 2004 года, бывает... Зависит тоже. Нет, это тоже зависит. С 2002 года. Вот в этом случае, когда 2004 года, агент не требовал дополнительно wind mitigation, потому что на wind mitigation идет автоматически скидка. Если дом до 2002 года, то тогда автоматически надо делать... Я чуть-чуть не закончила, да. Например, если дом был построен в 2005 году, и они поменяли новую крышу, поставили, тогда страховая тоже просит wind mitigation. Новый, да. Да, даже это я, надо. Да, может быть, немножко не так сформулировала, но все если правильно. Даже дом не построен до 2004 года, а построен там в 2005 году, но крыша уже была поменена, например, в 2021 году, все равно страховая тогда запрашивает wind mitigation, чтобы убедиться, требует, что контракторы сделали все добросовестно, сделали качественную работу. Да, да. И это тоже снижает страховку, если все абсолютно, сделано абсолютно добросовестно. Да. Вот, поэтому inspections очень много, в зависимости, и так же самое отдельно и pool inspections, и отдельно WDO inspection, это если это находится на термиты, на всяких насекомых, абсолютно есть разные типы инспекции, то есть чем дом старше, дому 20, 30, 40 лет, соответственно, и находится дом где-то отдаленно, и вокруг дома много высоких деревьев, соответственно, нужно проверять тоже на присутствие насекомых, животных на крыше, белки, да, кстати, вот, и так дальше, потому что они, к сожалению, делают damage, вот, и аэрдаки также самое делают damage, и потом проблемы с охлаждением дома. Для нас во Флориде это очень важно, быть в комфортной температуре. Сегодня это точно почувствовали, да. Поэтому очень важно не экономить, это все-таки ваши инвестиции, либо это ваши инвестиции, либо это будет ваше primer home, жилье, где вы будете жить. В любом случае вы должны знать и будете уверенно жить и владеть этой недвижимостью. Когда вы сделаете инспекцию, вы будете знать, либо вам нужно потратиться и сделать какие-то ремонтные renovation, либо все отлично, вы какие-то мелкие царапинки, трещинки покрасите, подделаете и дальше живете и наслаждаетесь жизнью. Ну, также у нас может быть достаточно распространено, может быть, вы там удивитесь, но во Флориде у многих домов нет публичной канализации. Да. Есть септик, как вот, септик танкс, это... Это специальные емкости, которые зарываются в землю. У нас в деревнях там. Совершенно верно. Я забыла название. Совершенно верно, да. Это в деревнях. Выкапывается яма, как правило, ее можно бетонировать, можно наоборот не бетонировать, для того, чтобы все впитывалось. Да, вставляют. Здесь это бак такой, емкость, да, металлическая, которая тоже нужна. На самом деле, очень удивительно, но в дорогущих районах и в домах за... 5-10, какие, да, в Виндермир. Есть просто закон во Флориде, что вокруг больших озер, таких вот прям больших, как вот Lake Butler, да, вот да, это вот Виндермир, там нельзя ставить канализацию, там только можно вот свою частную вот эту канализацию, нельзя по закону, по всему штату, потому что если вдруг будет где-то прорыв, то вся канализация пойдет в озеро, соответственно, очень Поэтому, да, у нас есть такие тоже места, доктор Филлипс, Виндермир, вот эти вот районы вокруг озер, да. Или старые районы, как и в Сэнфорд есть, в доктор Филлипс есть, Филлипс там дома есть, стоят до 2 миллионов тоже. Да, вот, и это все как бы есть. И тоже тогда заказывается делать систему отдельно с камерами, смотрится, в каком состоянии, насколько заполнено, есть ли там какие-то трещины, опять-таки, чтобы ничего не выходило в почву.
Все, ну, это все уже можно смотреть, это дополнительно, Женя, да, есть ребята, можно купить оборудование, делать этим дополнительно, ну, как правило, это редко такие бывают дома, но есть специалисты, которые те же самые лицензированные пламенги, у них есть, как правило, тоже все оборудование, equipment, камеры, которые они могут сделать себе полностью инспекцию и твоего слива, и дрейна, и системы септик. Кстати, вот тоже по поводу инспекции на старые дома, и Женя согласится, у меня было несколько случаев с домами, которые были построены до 1997 года. В те годы очень часто использовались полибютиленовые трубы. Трубы, да. И это ни одна страховая компания не возьмет вас, не застрахует дом, если в доме есть эти трубы. Они строились до 97-го года. И нужно всех менять эти трубы, к сожалению. И что вот у меня сейчас дом под контрактом, и обнаружилось, что там полиэтиленовые трубы, я сразу обратилась к той стороне продавца и говорю: ребята, мы не получим страховку, значит, мы не закроем наш лон, да, кредит. Вот, не закроем кредит, мы не сможем купить. И мы не сможем купить, больше никто не сможет купить, потому что никому по кредиту эту страховку не сделают, значит, не дадут кредит. И что вы думаете? Они делают репайпинг, новые полностью, трубы все. Полностью. Во всем доме будут новейшие трубы. То есть мы это проторговались после уже как вот инспекции. Это почему я говорю, инспекция безумно важна. Так вот, они бы купили, например, там, бывает, покупатели за кэш говорят: ой, за кэш мне страховка не нужна. Полиэтиленовые трубы никто вам не застрахует. Так же, как и проблемы с крышами. Если крыша очень старая, и вы не сделали очень инспекцию, много. Вас тоже не застрахуют. Это очень-очень важно, да, особенно чем крыша старше 15 дом, лет, да. Ни одна компания страховая вас не застрахует. Либо вам нужно four-point inspection сделать, посмотреть, в каком состоянии, и инспектор может дать еще немножко life expectancy, если она в хорошем состоянии, в хорошей эре находится, ну еще год-два. Вот я могу дать такую рекомендацию, не больше, вот, или год, или наоборот сказать, что уже тут надо менять крышу срочно, потому что вот шинглс уже потрескался, и температура, жара, и надо уже менять, уже пришло время. Поэтому делайте инспекцию обязательно, если кто-то покупает недвижимость в Орландо, обращайтесь к нам за контактами Жени, Евгения. Это очень-очень рекомендуемо делать инспекцию. Спасибо большое за рекомендацию. И я знаю, что ты молодец, ты очень досконально ко всему подходишь, ты тратишь очень много времени, все просматриваешь. Мне нравится, да, стиль твоей работы. И спасибо большое, что ты помогаешь моим покупателям, клиентам. Вот, и... Ну что ж. Всегда пожалуйста. Очень рад и всегда буду рад всем предоставить услуги по home inspections, также посоветовать других профессионалов для вашего дома. Даже любой ремонт. Абсолютно. Даже в любой теме реновейшнса, руферы, кстати, есть руферы, команды, которые могут пламеры, все сделать, да. Электрики. Есть ребята лицензированные, с опытом, русскоговорящие и не только, которые предоставят вам очень доступный и affordable price. Ну что, спасибо большое. Спасибо большое вам также. Друзья, и буквально в 5 минутах от таунхауса находится огромная городская зона отдыха, где для жителей Авида, это называется Авида Recreation Center, для жителей Авида огромные скидки и очень дешевые членства. Здесь бассейн олимпийского размера, здесь детский бассейн есть, детские площадки, теннисные корты. И сейчас мы вам пройдем, покажем как бы эту зону отдыха. И на этом я с вами прощаюсь. Я еще раз искренне поздравляю семью. Артем и Вика, спасибо, что вы нам доверились. Мы будем рады вас видеть, когда вы уже сюда переедете. Ребята собираются переехать через пару недель. Вот, будем встречаться, общаться и ждем приглашения на новоселье. Ну, конечно, я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, комментарии.
И до следующих встреч. Пока. Пока-пока.